Самое главное – реально оценивать себя, реально оценивать свои знания, реально оценивать тот рынок труда, который складывается. И тогда, если при этом еще есть способности, есть желание трудиться, есть упорство, то тогда все будет хорошо. Когда выбираешь профессию, об этом мы сегодня и говорили, надо ее выбирать не только по книжкам и по там, художественным фильмам, а надо как раз общаться с профессионалами, то есть надо знать, какова эта работа на самом деле, что она дает, что необходимо для этой работы, какие личные качества необходимы, физические, психологические и так далее, и так далее. Вот только беседа с профессионалами и только прохождение вот этой практики, пусть рядышком, как говорится, постоять, но тем не менее вживую увидеть эту профессию, вот тогда о ней можно судить уже четко и правильно, подходит эта профессия тебе, либо не подходит. Ну, честно говоря, информация очень полезная, что уже примерно ориентирует, что и куда податься. И главное, что с цифрами это уже как бы думаешь, куда бы пойти. Но я, честно говоря, задумался о таких специальностях, как врач и инженер. И уже как бы понимаю, что такие профессии сейчас востребованы и что как бы возможно оплачиваемы хорошо.